сегодня уже можно говорить о приближении к выполнению поставленной задачи. На сегодня у нас сданы в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых домов на территории Уссурийского городского округа. Цифра для нас значимая и самая большая за все предыдущие годы. Нас порадовали как 9-этажные дома, 5-этажные, так и 3-этажные, которые были переселены люди из ветхого и аварийного жилья. Не снижены темпы по индивидуальному жилищному строительству. Это наши с вами сельские населенные пункты, населенные, которые также люди, кто-то реконструирует свое существующее жилье, а кто-то и строит новое жилье со сносом старого. Сюда вошли сегодня у нас с вами и те люди, которые получили земельные участки, это многодетные наши семьи, имеющие 3 и более детей. Если мы с вами говорим о том, что все время идет разговор о том, что мы обязаны были предоставить земельные участки, то пошел и следующий этап. Эти люди сегодня обращаются за получением разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Тот масло-жир-комбинат, который был в советские времена и занимал все эти гектары земли, он на сегодня уже поделен на земельные участки. На этих земельных участках осуществляется другая деятельность. То производство уже сведено к минимуму и ведется на достаточном расстоянии от этого многоквартирного жилого дома. Здесь, я бы сказала, больше возникает вопрос для нас, уссурийцев, вот близость магистралей. Да? Но этот дом запроектирован с нежилыми помещениями на первых этажах. То сегодня застройка пошла по всему городу. Не стало вот только там или только здесь. Сегодня выдано разрешение у нас с вами на Сахпоселке, на Стаханова 34. Арсей строит на Ленинградской 21. На Междуречье строятся многоквартирные дома «Содружество Инвест». В центре города готовится к сдаче по Крестьянской 75.